Здравствуйте! Вы находитесь на официальном канале ветеринарной клиники Биовет. И сейчас поговорим о том, что любят волнистые попугаи. Мы поговорим о том, что любят кушать попугайчики и чем они любят заниматься. Известно, что основная еда попугайчиков – это зерновая смесь. Проса, овес, кунжут, семена льна. В зоомагазинах вы всегда найдете готовую кормовую смесь. Но этого попугайчика мало. Этим птичкам можно давать семена подсолнечника. Они их очень любят, и в них содержится много жиров, которые легко усваиваются птичкой. Кроме того, помните, что семена подсолнечника лучше не жарить, а давать сырыми. На родине попугаи едят много зелени и фруктов. И знание того, какую траву любят волнистые попугаи, поможет разнообразить рацион птички. Попугаи любят клевер, спорыш, листовой салат, лопух, молодые листья ивы, мокрицу и шпинат. А вот душистые травы, типа укропа, сельдерея и кинзы, лучше не давать. Теперь, какие ягоды и фрукты можно давать попугайчику? Можно и нужно, но здесь большой список. Яблоки, груши, цитрусовые, виноград, киви, малина, вишня, черешня, клубника. Но категорически нельзя давать авокадо, хурму, манго и папайю. И орехи тоже в списке запрещенных продуктов. Фрукты и овощи обязательно разделите на маленькие кусочки, чтобы птичке было удобно клевать. Из овощей можно давать брокколи, тыкву, кабачок, томаты и листовую капусту. Еще интересный факт, что попугаям полезно давать корни одуванчика, и прилипшая к ним земля улучшает их пищеварение и дает определенные минеральные вещества им полезные. Кроме того, вы можете для пользы давать им молодые побеги деревьев, березы, тополя, липы. Попугайчики любят не только вкусно покушать, но и весело поиграть. И излюбленные игрушки – это те, которые предназначены для клюва и для лапок. Они могут быть подвесными, напольными, деревянными, пластиковыми, металлическими, хоть какими. А еще любят попугайчики музыкальные игрушки, колокольчики, погремушки. Ну и традиционные игры для попугаев всегда в цене – это кольца, лесенки, канаты, подвески для еды. А что еще любят попугайчики? Многие птицы любят перебирать человеческие волосы. Для них это признак проявления любви к человеку. Кроме того, они любят купаться, причем некоторые делают это в ванне. А вот чего не любят, так это громких звуков, поэтому постарайтесь не хлопать дверью и не делать резких движений. Вообще, попугаи не любят одиночество, поэтому, если у вас есть возможность и вас долго не бывает дома, то приобретите друга для попугая, вторую птичку, то есть второго попугая. Это были интересные факты о том, что любят попугаи. Надеемся, что они вам будут полезными. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорой встречи!